Друзья, всем привет! Сегодня у нас батл камер. Мы снимаем сегодня Galaxy Note 9 против Xiaomi Mi 8. Изначально я хотел делать массовый обзор, собрать все лучшие топовые смартфоны в одном видео и рассказать вам, какой лучше фотографирует. А потом понял, что физически это сделать очень тяжело, потому что сделать какой-то конкретный акцент сразу на 5 устройствах в одном видео — это очень трудно, и мы с вами просто запутаемся. Поэтому сравнение всегда лучше делать один на один. И, казалось бы, сравнивать Note 9 и Mi 8, два смартфона с разными ценовыми категориями, там разница в два раза в цене, это неожидаемо. Многие люди сказали бы, наверное, ну сними сравнение 10-го iPhone с Galaxy Note 9. Но это и так понятно, что это будет делаться. А сегодня я хочу реально показать вам, насколько компания Xiaomi продвинулась вперед. И может ли она вообще конкурировать по камере с флагманскими, с самыми дорогими смартфонами? Если честно, результат этого видео, я уже его знаю, меня весьма-весьма удивил. Давайте смотреть на это все дело. Первая штука. Основная камера и съемка днем. Обычные объекты с хорошим освещением. И здесь вступает в силу интересная вещь. У каждого из смартфонов есть искусственный интеллект. И он у всех абсолютно по-разному отрабатывает. К примеру, я обратил внимание на то, что искусственный интеллект у Mi 8 распознает гораздо больше сцен, чем у Note 9. Когда, к примеру, наводишь смартфон на автомобиль, Mi 8 понимает, что это автомобиль, показывает пиктограммку автомобиля и подстраивает там уже по-своему всю эту картинку. А Note 9 чаще всего распознает там лес, цветы и какие-то прочие вот такие вот природные штуки. И в некотором случае вот эта постобработка искусственного интеллекта идет на пользу Mi 8. И в некоторых фотографиях даже днем я обратил внимание, что фотографии на Mi 8 получаются интереснее. А когда начинаешь кропать это все, то больше даже деталей почему-то показывается у Mi 8. Это не всегда так случается, но в большинстве случаев мне фотографии на Mi 8 нравились в некотором случае даже больше, чем на Note 9. Вы это можете сейчас сами посмотреть. Я скину оригиналы фотографий в Google, залью это все дело в наш телеграм-канал, скачаете, посмотрите. К примеру, фотография со зданием. Смотришь на две фотки, вроде бы одинаковые. Единственное, что там покраска неба выглядит по-разному. Когда делаешь кроп 100%, понимаешь, что деталей на Mi 8 отображается больше. Но как только этот же объект, это же здание фотографируешь на портретные камеры, то у Note 9, конечно, портретная камера помощнее, и алгоритм помощнее, и в принципе деталей накапливается больше. Чисто технически просто камера получилась мощнее, чем у Mi 8. Дальше посмотрите на селфи снимок, сделанный на эти смартфоны днем. И особенно обратите внимание на кроп-фактор и как вообще выглядят эти все детали. У Mi 8 почему-то днем камера селфи снимает лучше и сохраняет гораздо больше деталей. Когда кропаешь на коже, на бровях, то прям четко прорисовывается каждый волос, каждая морщинка. У Note 9 как бы общая картина красивая, там срабатывает шумодав, там различные алгоритмы применяются, но при сохранении деталей почему-то у Mi 8 это выходит поинтереснее, но это на мой субъективный взгляд. Если говорить про портретную фотографию и режим боке, то есть искусственное размытие, здесь преимущество у Note 9. Во-первых, за счет более мощной второй камеры. Во-вторых, алгоритмы все-таки получше работают, и вы можете вообще вручную регулировать степень размытия кадра. Вот приблизительно такой результат получается. Я не могу сказать, что он идеальный на Mi 8, либо на Note 9. Единственная еще разница, я заметил, в балансе белого. Эти смартфоны абсолютно по-разному работают с балансом белого, и нельзя сказать, какой из них лучше.
То есть в целом обработка более как бы такая артистичная на Mi 8. Но если говорить про резкость, да, про светлость картинки в портретном именно режиме, то у Note 9 она выглядит гораздо поинтереснее. Вот вам еще один пример детской площадки, в которой очень показательно видно, как отрабатывает динамический диапазон двух камер. Тут вам и тень есть, и листья. Если приближать все это дело на хорошем кропе, то видно, что Mi 8 делает более светлую фотографию, и в местах, где максимально тень, он хорошо осветляет, при этом сохраняя детали. Для меня это вообще оказалось тоже весьма удивительным. Я не думал, что результат будет прям такой. Я все-таки ожидал, что Note 9 оторвется от Mi 8 прям очень-очень сильно, но этого не происходит. Единственный сценарий, при котором понимаешь явное превосходство Note 9, это макроснимки, когда вы фотографируете что-то на ближней дистанции, к примеру, цветы, либо каких-то мошек, букашек, там бабочек и прочие вещи. То есть, в принципе, и тот, и другой смартфон делают это неплохо, но естественное размытие фона у Note 9 значительно круче. Количество деталей гораздо больше, и смотришь на фотографию, она прям звенит вся, очень прям сочно выглядит. Хотя, если не сравнивать эти фотографии, смотреть их по отдельности, то и тот вариант хороший, и тот хороший. Но Note 9, конечно, в этом вопросе вырывается вперед. Следующий важный вопрос – это фотография при слабом освещении. Многие люди тестируют камеры смартфонов вечером на улице. Я так не делаю, почему? Потому что сейчас многие смартфоны современные, флагманские смартфоны, хорошо справляются с этой задачей. Действительно, они ставят правильные акценты на источниках света, понижают или завышают экспозицию, и фотография более-менее получается сочная, настолько, насколько это возможно вообще у смартфона. Но самый сложный сценарий съемки для любого смартфона – это съемка в помещении. В помещении смартфоны просто сдаются, кладутся на лопатки и просто не могут ничего делать. И это касается и Mi 8, и Note 9. Я просто пофотографировал нашу студию, себя в студии. Вы можете сами смотреть, насколько качество фотографий, что на один смартфон, что на другой смартфон, ну вообще так себе. Если вы приближаете эти фотографии, то понимаете, что там нет никаких вариантов ни по резкости, ни по деталям, ни по светосиле. Ну то есть они действительно оба сливают. Съемка видео – очень важный параметр, на которые мало обращают внимание люди по какой-то непонятной причине. Я же здесь тестирую все это дело в разрешении 4К 30 кадров в секунду. Смотрю, как камеры отрабатывают с точки зрения стабилизации при съемке с рук. И здесь очень интересная штука. У Samsung картинка вот сейчас на Note 9 получается достаточно резкая, но при этом цветопередача такая очень нейтральная. Мне такой подход нравится. Mi 8 же делает с видео то же самое, что с фотографией. То ли искусственный интеллект, то ли просто какой-то алгоритм обработки видео перекрашивает картинку. Она сильно насыщенная становится. Кому-то такой эффект понравится, но проблема с балансом белого иногда дает очень роковые ошибки для этой камеры с точки зрения съемки видео, и прям объекты получаются либо сильно красные, либо сильно розовые, кожа на лице человека становится неестественного цвета, как будто смотришь фильм Mad Max. Но в принципе оба смартфона довольно неплохо записывают видео, однако давайте сейчас определимся, какой из смартфонов лучше записывает звук. Сравнивать камеры этих смартфонов с точки зрения видеосъемки очень тяжело, потому что у них абсолютно разное фокусное расстояние. То есть сделать одинаково равнозначный кадр и там не получается. У Galaxy слишком большое приближение, у Xiaomi чуть более широкая оптика, и приходится постоянно вот так вот это все дело выстраивать. Представьте себе, что было бы, если бы мы снимали сравнение камер смартфонов сразу 5 смартфонов. То есть это было бы очень тяжело показать разницу на каждом смартфоне, потому что пока ты показываешь там 5-й смартфон, вы уже забываете, что было показано на первом смартфоне и так далее. Поэтому сравнение таких вот флагманов с точки зрения фоточасти лучше всего делать один на один. Друзья, сегодня было вот такое видео. На самом деле для меня очень неочевидно. Я даже не знал, чего ожидать от камеры Mi 8 в сравнении с Note 9, потому что, положа руку на сердце, я больше за все время фотографировал, конечно же, на Samsung, потому что их история фотокамер длится уже не первый год. Я приблизительно от модели к модели знаю, чего ожидать, каких поправок. Mi 8 и Mi Mix 2S в этом году вышли, они там совершенно переначали свою камеру, и было просто интересно свежий взгляд как бы сделать, что получилось. И получилось, на мой взгляд, очень недурно. Конечно же, есть косяки. Косяки с портретным режимом, косяки с второй камерой. Но некоторые сценарии, вы сами видите, они действительно удивляют. То есть смартфон реально круто фотографирует. Иначе работает с цветами, иначе работает с балансом белого экспозиции. Но
такое как бы решение имеет право на существование. Сейчас можно, конечно же, говорить, типа, вот Mi 8, крутой смартфон, он стоит в два раза, типа, дешевле, а фотографирует не хуже, чем Note 9, но вопрос ведь в том, что вы покупаете не только фотокамеру в смартфоне, а еще и другие функции, поэтому я бы не стал так критиковать эти смартфоны из-за разницы в цене, потому что как бы сравнивать ценник смартфона, который обусловлен совокупностью функций, и потом брать какую-то конкретную функцию и привязывать к цене, тоже было бы неправильным. По ссылке в описании к этому видео вы сможете скачать оригиналы фото, видео, посмотреть на собственном экране компьютера либо смартфона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и, главное, напишите в комментариях, кто по-вашему лучше в этом как бы соперничестве себя показал, Mi 8 либо же Galaxy Note 9. Всем пока!